Топ продуктов, которые тайно лишают здоровья ваши суставы. В этом видео мы поговорим о том, почему некоторые продукты питания могут вызывать проблемы со здоровьем суставов. Мы разберем, как ваша привычная еда может привести к артритам и артрозам, и расскажем, чем ее можно заменить. Меня зовут Сергей Длин, я врач-остеопат и невролог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине. И первым делом я хочу упомянуть сахар. Избыток этого продукта в рационе приводит к воспалительным процессам суставов. Сахар разрушает главные компоненты суставной ткани – белок, коллаген и эластин, способствуя развитию дегенеративных процессов суставов. Кстати, про сахар и чем его можно заменить у меня есть на канале видео, обязательно посмотрите. Второй не менее вредный продукт для здоровья ваших суставов – это фастфуд. Такая быстрая еда, как бургеры, картошка фри, содержит множество трансжиров, которые приводят к повреждению хрящевой ткани и, опять же, воспалению суставов. К тому же трансжиры содержатся в подавляющем большинстве фабричной выпечки и даже есть в печеньях, вафлях и пирожных. И третий продукт, которого следует избегать, это алкоголь. Избыточное потребление алкоголя приводит к потере кальция, ослаблению костей и развитию остеопороза, конечно же, со временем. Кроме этого, алкоголь ухудшает кровообращение, в том числе и в суставах, что делает их более уязвимыми для развития воспалительного процесса. Если же вы заметили у себя боль в суставах, я приглашаю вас на бесплатную консультацию в мою клинику, где вы получите рекомендации по лечению артрита и артроза. И чтобы записаться, переходите по ссылке под этим видео и позаботьтесь о здоровье своих суставов уже сегодня. С вами был Сергей Длин. До новых встреч!